Сегодня на Плотинке расцвели каменные цветы и голографические фонтаны. А над проспектом Ленина раскинулся мост из уральских самоцветов. Правда, пока только на бумаге. Так екатеринбургские архитекторы сегодня устроили битву идей. Чей проект достоин воплощения, выясняли прямо в центре города. Городская плотина темой конкурса «Арх-идея» стала не случайно. Почетное место, где стояли олимпийские часы, опустело еще зимой. С тех пор в Екатеринбурге решают, что там поставить. Над задачей сегодня ломали голову 12 архитектурных команд, от студентов до признанных мастеров. Творцы хоть и разных поколений, но тенденция общая – единство прошлого и будущего. К примеру, в проекте моста через Ленина в изгибы в стиле хай-тек вплетаются уральские самоцветы, а по стенкам водопада, стилизованного под яичную скорлупу, бежит не только вода, но и историческая справка. Заинтересовал судей и проект голографического изображения старого города. Теперь выбор за екатеринбуржцами. Результаты будут выставлены на суд горожан, и горожане могут уже свои отзывы формировать. То есть то, что именно будет признано самым удачным, я думаю, оно и будет реализовано.